С возвращением, Павел. Посмотрите, в каких чемпионатах вы можете поучаствовать. В прошлом сезоне у вас все получалось, так что сейчас можно рассмотреть новые предложения. Razer Motorsport выходит на новый уровень. Обратите внимание на эту команду. Начнем как следует. Дадим хороший результат. Она сейчас в хорошей форме. Надо обойти ее. Ты на 16-й позиции, а у твоего напарника 14-я стартовая позиция. Тебе надо победить соперника, но это будет непросто. Удалось установить рекорд круга в этой гонке. Thank you.
удалось установить рекорд круга в этой гонке. Соперник на твоем примере учиться будет. Вот так победа! Тебе удалось лидировать со старта до финиша. Хорошо, Павел, ты на 16-й позиции, а у твоего напарника 14-я стартовая позиция. Тебе надо победить соперника, но это будет непросто. Парник разбился, но позиция у него прежняя. На первом круге. Сейчас у тебя второе место. Thank you.
рекорд круга в этой гонке. Соперник на твоем примере учиться будет. Вот так победа! В данный момент мы на втором месте в чемпионате. Наша команда на втором месте. Парник разбился, но позиция не потеряна.
пространство. Установить рекорд круга в этой гонке. Вот так победа! Потрясающее мастерство! За тобой никто не мог угнаться!
можно вперед. Хорошо, Павел. Наши усилия не пропали даром. Наша команда на втором месте. Thank you.
Павел, второй круг. Перед тобой две машины. Установить рекорд круга в этой гонке. Удалось обойти Рика Скотта и выиграть заезд. Так держать. У тебя отличный результат. А вот о твоем напарнике этого не скажешь. Я попросил твоего партнера пробиваться вперед.
Учиться будет. Вот так победа! Командная цель вполне достижима. Наша команда на втором месте.
Отлично! Тебе удалось обойти Рика Скотта и выиграть заезд. Так держать! Сезон еще не закончен, а командная цель уже взята. Я попросил твоего партнера пробиваться вперед. Отличный первый круг. Ты возглавляешь гонку.
рекорд круга в этой гонке. Выступаете слишком успешно. Этот уровень для вас легковат, и вы не зарабатываете столько, сколько могли бы. Перейдите на новый уровень сложности и получите...